Здравствуйте. В наступившем 2016-м надеюсь не выпускать альбомов больше, потому что альбом «За закрытыми окнами», по моим ощущениям, очень вместительный и большой. И, конечно, отдыхать нам от него еще очень не скоро придется. Мы только начинаем его на концертах играть. И вот первый раз в этом году в «Электричестве» он прозвучит 5 марта в московском клубе «16 тонн». Акустическую версию мы уже представили первый раз в Ижевске, 7 января мы там играли. Мне показалось, что было очень здорово. Еще хочу сказать, что на электрический концерт в Тонны у нас можно будет на Планете.ру, где продолжается краудфандинг, купить пригласительные. И там еще есть лот, который вмещает в себя аж целый год абонемент на годовое посещение моих концертов с правом передачи. Это значит, что если вы хозяин этого годового абонемента, вы можете кому-то передать в другом городе или там, где вам захочется, он воспользуется вашим правом на проходку. У меня, в общем, все. Грядет Старый Новый год. Для меня лично дата 13 января. И Старый Новый год — это такое очень особое понятие, потому что фестиваль «Старый Новый Рок» в свое время был для меня важной вехой. Одно из, наверное, первых моих таких выступлений на относительно большой сцене. Поэтому я буду встречать, может быть, даже буду отмечать этот праздник, Старый Новый год, ширше и громче, чем Новый год обыкновенный. Все, спасибо за внимание.